Сбор подписей продолжается. Жители поддерживают обращение о передаче участка земли возле лицея номер 14 имени Юрия Гагарина от Минобороны в собственность муниципалитета. На прошлой неделе сбор подписей прошел на площадке перед Дворцом культуры имени Валерия Чкалова, а в минувший четверг возле лицея. На этот раз у строителей мероприятия немножко не повезло, шел сильный дождь, но даже он радикально не помешал сбору подписей. Сюда, к лицею, приходили жители, которые хотели поддержать инициативу, высказанную во время приезда в микрорайон Чкаловский главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. Речь шла о возможности использовать участок земли, где в заброшенном состоянии находится здание военного госпиталя. На его месте предлагается построить дополнительный корпус для лицея. Сбор подписей проводится по инициативе партии «Единая Россия». Я думаю, что Министерство обороны, исходя из той практики, которая сложилась в Подмосковье, и лично министр обороны, в принципе, охотно идут навстречу пожеланиям граждан, и передают земельные участки, во всяком случае адресно, что называется, работают, передают земельные участки для нужд муниципалитетов. Я думаю, что в этом случае эта инициатива тоже будет поддержана. Те, кто подписывали обращение, говорили о том, что лицею необходимо увеличивать учебные площади, потому что классы переполнены. 14-й лицей без помещения. Ну, то есть оно есть, конечно, я понимаю, но все-таки... Сейчас не 60-е годы, столько понастроили их домов. Пока мы ходим сюда на секцию, это пока только на тренировку. Но в будущем, думаю, очень важно, мы будем ходить сюда учиться. Вот, поэтому хотелось бы, конечно. На пользу лицею, почему нет? То есть спортивные площадки, какая-то еще территория для каких-то нужд, корпуса, может быть, новые. Для нас очень важна поддержка жителей, потому что идет от них инициатива и от... В числе этих жителей наши родители, которые хотят, чтобы наш лицей, площади лицея увеличивались и, соответственно, улучшались условия. Очень важна поддержка. Спасибо большое всем тем, кто пришел, подписал, оставил свою подпись. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.